Здравствуйте, друзья и соратники! Очень часто в комментариях под фильмами мне советуют две противоположные вещи. Первая – учить историю, и вторая – брать для примеров реальные объекты. По первому замечанию хочу сказать, что ту версию истории, которую зовут официальной, учил еще в школе в советское время, и отметка по этому предмету была неизменная пятерка. Надеюсь, этим же ответом ответил и всем желающим послать меня читать Лермонтова, Пушкина и прочих классиков. И да, я не один работаю над фильмами, так что за моим образованием есть кому проследить, уж будьте спокойны. По второму замечанию, брать для примеров реальные объекты. Вот этим сейчас мы и займемся. Нас всюду окружают старые, полуразвалившиеся здания, практически руины, которые стали уже чем-то типа культа или даже объектов поклонения. Глядя на них, воображение рисует благородных рыцарей, что их штурмовали, дабы освободить томящихся там принцесс или заявить свои права на окружающую территорию. Сюжет, знакомый с детства каждому, и согласитесь, глядя на это «великолепие» в кавычках, невольно задумываешься о сказочных событиях, пирах и войнах, взаимоотношениях между лордами и простым народом, о событиях, ставших причиной, почему этот замок оказался в запустении. Все это мы знаем со школы, но вглядитесь в эти строения, что вы в них видите? Видите ли вы что-то общее, кроме того, что они из камня? Сколько бы мы ни смотрели на все эти развалины, шаблон, на котором построено все наше мировосприятие, не позволяет нам увидеть реальности. А реальность нас не обрадует, если мы ее узнаем. Но если познаем истину, то истина сделает нас свободными. В одном из недавних фильмов председатель СНТ рассказал о металлических стяжках в зданиях. Я попросил одного из своих помощников проверить, что это могут быть за металлические стяжки такие. Результат, представленный им, поразил даже меня. И признаюсь, проверив все много раз, удивляюсь до сих пор, как я не видел этого раньше. Естественно, я не утверждаю, что все, что вы услышите и увидите дальше, есть истина в последней инстанции. Все ссылки будут в описании под фильмом на YouTube-канале «Неофициальная история». Зайдите и проверьте все сами. А главное, я всегда говорил, говорю и буду говорить, не верьте мне на слово. Проверяйте сами и задавайте неудобные вопросы. И не только мне, всем историкам задавайте. И чем более неудобными будут ваши вопросы, тем ближе вы будете к истине. Итак, поиск ответа на вопрос, заданного председателем, привел нас ни много ни мало в Восточную Австралию, город Лидгоу. Да-да, именно там находятся развалины этого замка. Кто-то из вас наверняка видел это здание в фильме «Колесо сансары». Развалины, правда, живописные. Давайте на них посмотрим повнимательнее. В наше время это место – национальный парк. Не буду утверждать, что он охраняется государством, но забором это место обнесено, и стоят информационные таблички. Периодически туда наезжают туристы, играют местные дети. Жизнь идет своим чередом. Но прежде чем приступить к обзору того, что осталось от здания, давайте пройдемся по окрестностям. Городок Лидгоу расположен в горной части Восточной Австралии, в долине между гор. Причем образовался он относительно недавно, практически на пустом месте. Если присмотреться внимательнее, то севернее городка, прямо по вершинам гор, проходят четкие прямые линии, просеки, которые очень напоминают дорогу и местами даже используются именно как дорога. Можно четко проследить направление этих линий. Очень интересно, кому и зачем понадобилось делать такие просеки на вершинах гор? А вы не знаете? Друзья мои, проследите сами, куда ведут эти дороги и откуда. И напишите в комментариях ваши мысли по этому поводу. А мы возвращаемся к нашей теме. Историческая справка. Первые европейские поселенцы прибыли в долину в 1824 году. Свое название поселение получило в 1827 году в честь личного секретаря губернатора Брисбена Уильяма Лидгоу. Заметьте, не в честь губернатора, а в честь всего лишь его секретаря.
Так вот, учитывая тот факт, что долина окружена горами, рассвет города наступил только когда в 1869 году была построена западная железнодорожная линия. Железная дорога «Зигзаг» – это ее официальное название. Это есть настоящий инженерный подвиг. Она была завершена в 1869 году, что позволило осуществлять спуск поездов в долину по очень крутым горным склонам. Сочетание огромных запасов угля и железнодорожного обслуживания означало, что Лидгоу обеспечит идеальное место для отраслей, зависящих от этих ресурсов. Первооткрывателем угля в долине Лидгоу считается Эндрю Браун, который занял свой участок в долине в период между 1824 и 1826 годами, переселившись из Шотландии. В 1837 году Браун основал мукомольную фабрику в Коурвуле, извиняюсь, если неправильно прочитал, для переработки пшеницы, выращенной на его полях. Мельницы изначально управлялись водяным колесом и впоследствии были переведены на паровую машину. Архивные записи показывают, что он, Эндрю Браун, резал уголь, чтобы обеспечить работоспособность своей мельницы, уже в начале 1860-х годов. Конец исторической справки. Ну а теперь мы плавно подъезжаем к нашим развалинам. И даже можем посмотреть, как там внутри. Ссылка на 3D-обзор, как обычно, в описании. Ровные стены с правильными рядами и красивой кирпичной кладкой. Круглые окна. Закругленные арки. Это все лишь подчеркивает величественность здания и придает некую тайну всему, что тут происходило. Друзья мои, предлагаю вам проверить самих себя на предмет шаблонности вашего мышления. Поставьте на паузу просмотр фильма и напишите в комментариях, что же тут такое произошло по вашему мнению. А потом смотрите дальше. Даже интересно, сколько людей попадут в яблочко. Только чур писать ответ, не подглядывая дальше. Сразу хочу обратить ваше внимание на элементы оформления. Металлические стяжки на стенах. Арки, круглые окна. Кстати, снаружи на этих стяжках присутствуют точно такие же элементы, о которых говорил председатель. Вот так сейчас выглядят эти руины, похожие на замок или крепость. Вам это ничего не напоминает? Мы продолжаем. Кто-то высказывал мысль, причем много раз эта мысль звучала, что строящиеся здания не фотографируют, мол, незачем, да и дорого. Ну так вот, пожалуйста, фотографии постройки того, что мы потом увидим в качестве руин. Все с самого начала, от закладки фундамента, постройка стен, наращивание инфраструктуры. Никто не спорит, фотопластинки, конечно, были дорогие, но их не пожалели на это дело. Запечатлен почти каждый шаг. А знаете почему? Да потому что здание строилось, и прорабу нужно было давать отчет о сроках постройки и потраченных деньгах. И вообще, бюджет любой стройки несоизмеримо больше стоимости фотопластинок. А если здание не строилось, то и фотографий стройки нет, ибо отчитываться не о чем. Все, как всегда, просто. Конечно, бывают разные ситуации на стройке. Я даже допускаю, что в некоторых случаях подрядчик мог сам жить на стройплощадке и из окна палатки наблюдать за ходом строительства, потому не требовал фотографий. Но это скорее редкость, чем правило. Итак, на фотографиях мы видим разметка фундамента, закладка фундамента печи, фундамент печи, цоколь печи, стены печи, стены первого этажа, первый этаж в лесах, два этажа и печи в лесах, почти готовые стены в лесах. Готовые стены в лесах.
готовое здание и плавильную печь. В том, что это именно плавильная печь, сомневаться не приходится. Этот район богат каменным углем и рудами различных металлов, лежащими близко от поверхности, а то и прямо на поверхности. Даже возить никуда ничего не нужно, все прямо под ногами. Да и документы говорят, что Лидгоу – город сталеваров. Как я уже говорил, город этот сравнительно молодой и возник в долине на пустом месте. Пустом в кавычках. Природное богатство долины позволило за считанные годы поднять металлургический комбинат как городообразующее предприятие и город при нем. Плавление железа началось в Лидгоу в октябре 1875 года под руководством Еноха Хьюза. Не того, который был в Донецке, а его родственник. Первый литейный завод был установлен на участке Томаса Брауна, где руда была найдена прямо на поверхности земли. Хьюз убедил Джеймса Резерфорда из Батерста, владельца почтовой компании, Дэна Уильямса, канадского инженера-строителя, который работал над железной дорогой «Зигзаг», и достопочтенным Джоном Сазерлендом, министром общественных работ, убедил их присоединиться к нему в этом сталелитейном предприятии. И уже к концу 1876 года доменная печь производила более 100 тонн чугуна в неделю. Мы разобрались с тем, что перед нами металлургический комбинат. И даже тот факт, что представленная в обзоре установка была открыта в 1906 году, не отменяет другого факта. Основополагающие принципы строительства. Они всегда были одинаковые. Менялись эпохи, технологии, традиции, используемые материалы, но сами принципы постройки зданий и сооружений, а также обработки материалов, не менялись. И если для промышленности нужны чугун и сталь, то стоит строить доменную печь и печь мартеновскую. Называться печи могут по-разному, но принцип их действия и внутреннего устройства не меняется даже спустя столетия. Ну что нам это дает? И для чего вообще этот фильм? Все предельно просто. Подобное анализируется по-подобному. Вы же просили брать для примера реальные объекты, вот пожалуйста. А теперь, зная истинное предназначение этих строений, по аналогии, еще раз посмотрим на другие развалины. И обращая внимание на металлические стяжки на стенах, арки, круглые окна и помосты, ведущие к вершинам башен. Ничего не напоминает? Не? Конечно, тяжело признавать, что заводы прошлого были и, более того, никуда не делись. Их просто умело спрятали. Например, башня-руина в Царском селе. По официальной истории, эта башня поставлена на память войны с Турцией. Нормальная такая причина строить башню, правда? В честь начала войны, тем более, что ту войну, память которой якобы эта башня увековечивает, по официальной истории нам объявила Турция. А есть памятник в честь нападения Наполеона или Гитлера? Или та война с Турцией была уникальной, и чтобы мы ее не забыли, нужно было ставить башню? Что, люди прямо так могли забыть о войне? Друзья, не кажется ли вам, что как-то это все сложно и путано белыми нитками? А ведь все гениальное просто, никакая это не башня. Это печь для обжига известняка, кирпича или плавки металла. Такой же помост, ведущий к вершине. Обратите внимание, чтобы что-то подать, требуется спускать веревку. И он наверху человек с шестом. Как снова? С шестом? А что он там делает так высоко? Вот вам другая картина. Угадайте, кто тут лишний? Да все, кроме мужика с тачкой и собакой. Он работает и делает то, что и должно. Везет на тачке руду или уголь для заполнения печи. Художник оставил нам закладку, чтобы мы поняли, что здесь изображено. Заметьте, такие башни удобнее всего ставить у подножия холма для удобства загрузки и ближе к реке, так как технологический процесс изготовления кирпича, например, требует много воды. Друзья мои, сказанное в этом фильме всего лишь одна из версий о назначении башен. Но согласитесь, именно эта версия объясняет, например, где те производственные мощности, на которых строился Петербург или другие города.
Пишите, пожалуйста, свои мнения и комментарии. Предлагайте свои варианты. А впереди еще вторая и третья части разрыва шаблонов. Засим не прощаюсь. Скоро будет продолжение текущих и новые расследования. Будет интересно.